Тверской области реализуется федеральный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». Он реализуется в 70 субъектах по всей России, на 2868 предприятиях, 9 из которых находятся в Тверской области. Он направлен на формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях. Федеральные специалисты из Центра компетенции помогают предприятиям внедрить лучшие практики, повысить уровень бережливого производства, повысить производительность труда. Для участия в национальном проекте была выбрана компания «Экомаш Групп», как предприятие с высокоразвитой культурой производства, занимающее большую долю рынка и ориентированное на импортозамещение. «Экомаш Групп» проектирует и создает эффективные мусоросортировочные комплексы, соответствующие принятым европейским стандартам, и делает их от первых штрихов, создавая уникальные проектные решения до готового объекта – комплекса по переработке отходов. Мы работаем порядка 10 лет уже на рынке мусоросортировочных комплексов, создания, проектирования и производства. И эти 10 лет, начиная от маленького производства, которое занимало один пролет, мы сейчас переросли в завод, который производит на всю страну самые большие и продвинутые мусоросортировочные комплексы. Специалисты ФЦК совместно с командой специалистов ООО «Экомаш Групп» провели огромную работу в цехах завода. За это время специалисты производства создали эталонный участок, на котором рабочий процесс настроен идеальным образом, с максимальной производительностью и минимальными трудозатратами. Оптимизированы процессы подачи материала, покраски элементов, организации хранения как производственного инвентаря, так и комплектующих. Этот проект нам был необходим для повышения производительности, в первую очередь, для снижения уровня незавершенного производства и, соответственно, повышения выработки. Мы узнали достаточно много инструментов бережливого производства, которые внедрили на нескольких участках и также тиражировали уже на дальнейшие участки производства. И эта работа будет длиться еще порядка 2,5 лет. А мы сейчас встаем на путь непрерывных улучшений. В сложившейся сегодня экономической ситуации, не самой простой для наших российских предприятий, «Экомаш Групп» становится основополагающим производством для импортозамещения в секторе создания мусоросортировочных комплексов. Эту задачу предприятие успешно выполняло и раньше, а сегодня на фоне санкций она особенно обострилась. Минпромторг, который курирует вопросы импортозамещения, в первую очередь обратился к специалистам «Экомаш Групп», чтобы как можно быстрее решить насущные на сегодняшний день вопросы по развитию внутреннего производства. В текущей ситуации не самый простой для страны, для компаний, особенно для промышленных компаний, для производственных компаний. И без того, стоявшая задача по импортозамещению, она обострилась до предела. Наша курирующая организация – Министерство промышленности и торговли, Федеральный институт, который курирует импортозамещение, локализацию импортного оборудования, они обратились в первую очередь к нам с тем, чтобы выяснить, на каком этапе мы находимся, в какие сроки мы можем завершить те цели и задачи, которые были растянуты на 2-3 года. Тверская компания обладает наличием собственного оборудования для решения поставленных задач и высококвалифицированными кадрами от мастеров сборочного процесса до инженеров. Мы сейчас занимаем такую нишу, что никого, кроме нас, по сути, в стране нашей нет, кто сможет это сделать. То есть импортозаместить то оборудование, которое сейчас поставить из-за границы уже нельзя. То есть мы единственные, кому это под силом. Развитие российского производства мусоросортировочных комплексов сегодня ложится на плечи «Экомаш Групп». А потому работа по оптимизации рабочего процесса в рамках адресной поддержки повышения производительности труда на предприятиях была очень кстати. Руководство компании наградило отличившихся за этот период сотрудников. Специалисты предприятия, занятые в совершенствовании производственного процесса, получили грамоты, благодарности и подарки. Также благодарностями и сувенирами награждены представители федерального и регионального центров компетенций, работавшие при реализации программы на предприятии. «Экомаш Групп» продолжает успешно реализовывать задачи, поставленные в рамках национального проекта «Экология».